Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами на тему алкалоиды растений. Алкалоиды от арабского алкали – щелочь и греческого эидос – подобный. Группа азот, содержащих органических соединений, преимущественно растительного происхождения, обладающих свойствами оснований и способностью воздействия на жизненно важные системы организма. Сейчас мы рассмотрим схему построения названия алкалоидов. Берется основа названия растения, к ней добавляется суффикс -ин и окончание -ум. Например, хиосциамус нигер – белина черная. Основа этого растения – хиосциам. Получается хиосциаминум, или по-русски гиосциамин. Или, например, вератрум лабелианум – чимерица лабеля. Здесь основа – вератр. Получается вератринум – вератрин. Барбарис обыкновенный – берберис вульгарис, алкалоид берберин и пальматин оказывают желчегонное действие и стимулируют свертывание крови. Чистотел большой – черидониум майос. Алкалоиды хелидонин и протопин оказывают спазмолитическое и противовоспалительное свойство. Барвинок малый, винка минор. Алкалоиды винкамин и винин оказывают сосудорасширяющее и гипотензивное действие. Красавка обыкновенная, атропа белладонна. Алкалоиды гиосциамин и скополамин обладают спазмолитическим свойством. Мак снотворный, папавер сомниферум. Алкалоиды морфин, папаверин, наркотин, кодеин обладают болеутоляющим и спазмолитическим свойствами. Роувольфия змеиная, роувольфия серпентина, алкалоиды резерпин, папаверин оказывают гипотензивное и седативное свойства. Дурман обыкновенный, датура страмониум, алкалоиды скополамин и гиосциамин оказывают спазмолитическое действие, обычно при астме. Термопсис ланцетный, термопсис ланцеолята, алкалоиды термопсин и цитизин обладают отхаркивающим свойством. Мочок желтый, гляуциум флявум, алкалоид глауцин, обладает противокашлевым действием. Чимерица лобеля, вератрум лобелианум, алкалоид ирвин, борется с накожными паразитами человека. Эфедра хвощевая, эфедра аквизитина, алкалоид эфедрин, оказывает спазмолитическое действие. Белина черная, хиосциамус нигер, алкалоид атропин и гиосциамин, тоже оказывает спазмолитическое действие. Малина обыкновенная, Rubus edeus, алкалоид фрагрин, расслабляет мышцы малого таза. Оралия манчжурская, оралия манчжурика, алкалоид оралин, положительно влияет на иммунную систему человека и успокаивает нервы. Крушина обыкновенная, Frangula alnus, алкалоид франгуланин, обладает антибактериальным свойством. Хмель обыкновенный, Humulus lupulus, алкалоиды хумулин и лупунин обладают антибактериальным свойством. Черника обыкновенная, Vaccinium murcilius, алкалоид миртин, помогает при авитаминозах. Вахта трехлистная, Menianthes trifoliata, алкалоид генцианин, обладает гипертензивным свойством. Золототысячник малый, Centaurium erythrea, алкалоиды гениацин и эритрицин, обладают слабительным действием. Крапива двудомная, Urtica dioica, алкалоиды никотин и гистамин оказывают мочегонное действие и повышают тонус матки. Сушеница топиная, Gnaphalium uliginosum, алкалоид гнофалин, обладает противовоспалительным свойством. Хвощ полевой, Equisetum arvense, алкалоиды никотин и полюстрин, они обладают мочегонным и противовоспалительным действием. Эрва шерстистая, Erva lanata, алкалоиды эрвин и метилэрвин обладают диуретическим и антисептическим свойством. Валериана лекарственная, Valeriana officinalis, алкалоид валерин, обладает спазмолитическим и седативным свойством. Пустырник сердечный, Leonurus cardiaca, алкалоид леонурин, обладает гипотензивным свойством. Фиалка трехцветная, Viola tricolor, алкалоид Viola emitin. Этот алкалоид обладает отхархивающим действием. Тысячелистник обыкновенный, Ахиллея миллифолиум, алкалоид ахиллеин, обладает противовоспалительным и гемостатическим действием. На этом все. Спасибо за внимание.